Всем привет! Redmi Note 9 Pro мой, ну и конечно же посылочка к нему. 5 расцветок, 13 дней добирался чехол, достаточно быстро, учитывая, что это Китай, учитывая, что сейчас напряжение там полное, китайская почта захлебывается, российская захлебывается, украинская захлебывается, все почты захлебываются, потому что постоянно люди затариваются. Скоро Новый год, кстати. Поздравляю с наступающими праздниками заранее, да, может быть не поздравлю, не успею, может я так с похмелья буду, хрен его знает. Всякое бывает, я тоже человек. Представляете, блогеры тоже люди. Сейчас сильное напряжение, сильная перегрузка на почте. И 13 дней. Блин, меньше, ну не меньше, наверное, около 2 недель. Мне же отправили не в первый день после заказа. Так, ну и, конечно же, мой смартфон в таком чехле. Не знаю, уже есть видео на канале или нет. Очень хороший чехол. Здесь и кольцо, здесь и магнитная площадка. И такой весь брутальный, бронированный. Несколько расцветок. В общем, подберете для себя интересные расцветочки. Рекомендую. Классный, дешманский. Но это другое видео. Так, вылазь. Мой все еще актуальный, крутой Redmi Note 9 Pro. Навряд ли вы найдете что-либо лучше за эти деньги. Так что советую его. Ссылка будет в описании. Самый лучший, самый проверенный мной продавец. Чтобы не ошибиться, покупайте по моей ссылочке. Ну, а если не хотите, ищите, блин, мое видео. Там название того самого продавца. В общем-то, еще на канале очень много всяких распаковок. Чехлов, пленок, всякого такого. Допустим, вот сейчас у меня керамическое стекло приклеено на дисплея, да, которая не бьется, вот, ну, если его просто реально вот так вот ронять, да, оно не разобьется, потому как не является на самом деле стеклом. Это такой пластик, пленка толстая, с каким-то там керамическим покрытием. Уж одним только китайцам об этом известно. Ну, клевая штука, клеится абсолютно по всей площади, не искажает изображение. Далее есть черная окантовочка, так что нет воздушной прослойки. Единственное, что у меня тут плохо приклеилось, потому что я шуганул телефон, теперь там не приклеивается, видимо, какой-то изгиб дисплея. А так вот реально клевая штука. До этого у меня стояло стекло, великолепное, классное, с олеофобным покрытием. Здесь, кстати, олеофобочка тоже класс, играть очень хорошо. Олеофобка там было все, то есть от компании Nillkin. Ну вот я кинул его, и тут, короче, трещины пошли, ну некрасиво. И решил перейти снова вот на такую вот керамическую пленку, стекло, хрен его знает опять-таки как называется. Я об этом не жалею, вам советую. Есть видео на канале, вот совсем недавно выходило. Перейдите, посмотрите. Ну что, приступим к распаковке. Какой-то интересный здесь же матрас внутри, елы-палы. Подходит для Note 8 Pro, Note 7 и так далее. На все другие модели компании Xiaomi этот чехол. Так что ставите напротив своей модели галочку. Придет абсолютно тот же самый чехол, просто мы сейчас проверим. Стоит ли он своих денег, какого он качества, примерим его, вы послушаете, что я вам скажу, какие-то соображения, проверим по защите и сделаем свои выводы вместе. Ссылка в описании. Так, ну, распаковываем. Да, слушайте, нифига себе, то есть, мало того, что чехол очень дешевый, так что смотрите, это ж как надо было заморочиться ради такого чехла дешевого, такую упаковку воздушную. Тот самый воздух прямиком из Китая. Можно, кстати, еще и как перчатку использовать. В общем, клевая штука. Если кому-то что-то отправлять своим родственникам, не выбрасывайте. А так оно мне не нужно. И вот так вот оно можно сдувать. Ладно, чехол. В моем случае, а что там было? Ёлы-палы, я забыл прочитать. Что тут указал продавец-то? Роскошный золотой. Ну окей, золотом здесь попахивает только лишь по краям. Ну какой-то намек, наверное, на старые модели айфонов. Так, указано, что это Note 9 Pro 9S. Одинаковые корпуса у них абсолютно, лишь начинка разная. Допустим, в Note 9S нет модуля NFC, в отличие от 9 Pro, кто не знал. Так, ну вот, кстати, с утеплителем... А че это? Нифига себе. А, слушайте, он с 3 частей. Вот уже интересно. Так, я понял. Ёлы-палы, это тот самый производитель. Сейчас. Чего они так сэкономили-то, ёлы-палы? Ну, блин, мне утеплитель на балкон надо. Как-то так, ладно. Слушайте, пластик здесь шикарный, потому как это производитель. Знаете, есть такие чехлы, сейчас я вам покажу. Есть такие чехлы. Вот, собственно. Делают 360 градусов защита. И этот... Вот этот задник один в один с такого же пластика. Такая же перфорация на кнопках. Да, вот отверстия, посмотрите, как сделаны кнопочки, прикольно. В общем-то, очень качественный, очень приятный на ощупь. Это плюс. А вот к этим штукам, которые здесь также отдельные, уже будут сейчас вопросы. Они у нас позолоченные. Ну и будем сейчас примерять. Еще раз, вблизи это такой синий цвет. А сколько там? Очень много расцветок, не помню. 6 что ли. Подберете под себя. Здесь отверстие подвешивать. Где-то на запястье руки повесите, где-то путешествие. В общем-то, вопрос к камере. Нету бортика вокруг. Сейчас будет. Ну ладно, давайте примерять. А то я уже много воды налил. Так. Ну, центруем. А, вот теперь сел. Все, вижу недостаток. Ну, ладно, еще полностью не собран. Еще полностью не собран. Так, сел, конечно, отлично, шикарно. Выравниваем сразу по отверстию. У нас отверстие специально проделано под сканочек пальцев, которое без проблем, конечно же, срабатывает. Тут ничего особенного. Так, а тут что у меня? Какое-то повреждение, что ли, не пойму. А ну-ка. Какой-то... Это что такое, китайцы? Вы мне что, с повреждением? Не повезло. Кнопки громкости. Ну, тут вообще без проблем, естественно. Так, ладно. Это у нас что? Это у нас что, верхний или низ? Так, выключаем телефон. Так, судя по отверстиям, шумоподавление и капот, это у нас сверх. Вот так вот. Ну-ка. А ну, слушайте, ну, село хорошо, четко. Четко сел. Очень крепко, обратно не вылетает. Вот так это все выглядит. Ну, не знаю, как вам, пишите в комментариях. На вид так, ну, что-то новенькое, что-то интересненькое. Слушайте, мне даже нравится. Хотя я не любитель вот этой всякой цыганщины. Так, это у нас низ. Низа, ну-ка. А что-то здесь не получается. До щелчка. Так вот. Щелк. Что-то не было щелк. И здесь. Все, да? Так, ну, теперь вот так вот у нас тыльная сторона смартфона смотрится. Давайте, пишите в комментариях свои соображения, как вам нравится, не нравится, по отверстиям пройдемся. Ну, глядите-ка, заморочились тут, сделали отдельно под каждую дырочку отверстие. Я сейчас про динамик. Далее идет отверстие под микрофон разговорный. Здесь у нас Type-C, здесь у нас 3,5 мини-джек. Все четко, ровно, вот прям не придраться. Молодцы, ладно. Сверху у нас отверстие шумоподавления и капорт. Ты посмотри, как они попали в капорт. Прям, я прям удивлен. Далее, шумоподавление не загородили, но слегка скосили. Немножко выдает сам вот этот пластик. Как-то вот это все очень качественно. А сам вот этот пластик крашеный, ну, немножко сомнений у меня. Посмотрите на вот это якобы позолочение. Есть такие неровности. Самое главное, это защита камеры и дисплея. По камере, так, ну по камере я смотрю, они лоханулись. Прям конкретно лоханулись. Камера выступает, очень сильно выступает. Смотрите-ка, кладем вниз. И камера, зараза, елозит прямо по столу. По любой поверхности будет елозить. Естественно, модуль камеры у вас расцарапается. Поэтому рекомендую, если вы покупаете данный чехол, есть специальные защитные стекла на эту область. Ссылка будет в описании. А так минус. Минус сразу. Далее, слушайте, ну, защитное стекло, которое мне приклеено, он, вернее, не защищает. Снова здесь такой есть недостаток. Чехол прямо вровень с дисплеем. Опять-таки, снова минус. Использовать данный чехол без защитных стекол сзади и спереди я не рекомендую. В принципе, за свои деньги чехол очень дешевый, но по пятибалльной шкале, то где-то на 3,5. Рекомендовать я его не рекомендую, а если покупаете, то обязательно учтите, что вам придется заранее вместе с чехлом заказывать и защитные стекла спереди и сзади. И на этом как бы все мои соображения. Вот так у нас спереди смотрится теперь. Ну, особо не прибавляет, разве что появились такие позолоченные а-ля iPhone. Вот так у нас сзади. В макро, посмотрите как. Я считаю, неплохо. Слушайте, тут даже что-то наподобие бортика, хотя это не бортик, это какая-то выемка, не знаю. Наоборот сделали выемку, да, это выемка. Китайцы, как так? Я не понимаю вас, ей-богу. Пишите в комментариях, понравился вам чехол или нет. У меня двоякие ощущения, с одной стороны он интересен, интересный дизайн. Неплохо смотрится даже вблизи, вот так вот у макро если рассматривать. Очень качественно здесь сделан материал вот этот. Но вот есть вопросы. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если вы надумывали такой чехол купить или надумываете, потому поставите лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить следующее видео. Еще будет много чего интересного. До новых встреч!